Итак, попасть на церемонию. Я приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы проходим Снайпер 3. Нам надо попасть на церемонию. У нас ничего нет. Мы безоружны. Мы беззащитны. И что нам делать? Мы сейчас посмотрим. Ага. Так, где у нас? Ну, давай. Заходи. Не. Блин. Все не так, как надо. Надо спускаться. Ладно, у меня пока всего есть. Ни в чем вроде как не нуждаюсь. Выйду. Через эту дверь провожать меня не надо. Идем. Куда нас ведут только? Лидушка, подожди. В церковь. Я тебя люблю. Ну не рано ли? Может, хоть сватов созовем? Давай. С тобой идем. А чё никто не подходит, а мы с тобой подходим? Нам всех больше надо, что ли? Где невеста? Вот она. Господи, это невеста. В броне. Охранники-то ничего себе. Господи. Вот так вот, вот тебе и свадьба. Давай. Я знаю пещеру к югу отсюда. О, точно, там вроде винтовка должна быть в пещере. Есть такое. Так, если мы продолжим создавать свои технологии без мудрости и благоразумия, наш слуга может оказаться нашим хозяином. Так что ли? Так. Вот в какую сторону-то нам только идти? Охраны мало. This should give us some time to investigate. We need to know where the other sniper was. Fuck. Я не понимаю. Господи, ладно, переиграем. Переиграем. Я просто хотел винтовочку посмотреть. По пещере походить, посмотреть. Не хотите пока? Так. Итак. Вот так. Сейчас посмотрим, что мы тут можем взять. Обыскать. Так. В пещере можно, конечно, поверху дойти, но далеко там не уйдешь, это я точно помню. Надо через пещеру идти. Надо через пещеру идти за ружьем. Итак. Как тут залазить-то?
Так. Хватайся. Ты мне сейчас пригодишься, нам еще сверху еще с тобой отстреливать наших оппонентов. Так, бонус не дать поднять тревогу, проникнуть в штаб-квартиру. Ну, бонус меня не интересует. Так. Туда, в дальние идти пойду, не надо. Давай, ползи. Вот еще выше. Чем выше, тем лучше. И выше, и выше, и выше. Здесь вам не равнина, здесь климат другой. Идут лавина одна за одной. Да, так и здесь. Наш юный культурист-разрядник стремится покорять все новые и новые вершины. Ну, допрыгнул. Молодец. А я вообще не думал, что ты допрыгнешь. Вот так. Ползем. Блин, то я за тебя переживаю больше, чем за себя. Справишься, не справишься. Сможешь, не сможешь. Так, куда дальше-то? Вот так. Господи. Я уж сам не знаю, куда я лезу. Куда ведут, туда и лезу. Ну, вроде как правильно. Так. Где? Вот ружье. Все. О, какой я молодец. Сейчас даже если сорвусь, ружье уже у меня. Так, а куда мне? Еще выше? А зачем? А-а-а. Вон оно что, Михалыч. Ну давай, прыжок веры. Или что? Или залезть? Вот так, все. Все правильно сделал. Молодец. И что-то мы там заберем-то сейчас. Ради чего все эти старания? Как высоко мы забрались. Так. О, винтовочка. Открыто новое оружие. Вот ради чего все это было устроено. Смотрите. Видите это тело? Ой, у меня... На. Как я говорил, бонус меня не интересует. Я сейчас себе проще зону обезопасю. Давай. Где еще? Ну что, нету совсем никого. Дрон. Дрона нет. Ну, молодцы. Так. Спуститься точно сюда никак? Вижу. Есть. Давай. Под кустики. Ой. Еще один. Вот так вот. Зачем ты мне так? Там один человек. А, это готовый. Так, так, так. Где еще есть?
Люди. Ау. Так. Вы представляете, как мне сейчас спускаться долго? Тут, кстати, вода есть, если я в воду упаду. Вот в воду буду так падать. Из воды. От воды к воде. Или как правильно? От воды до воды. И спуститься. Да блин, как? Да. И вниз. Умер. Ничего страшного. То, что надо, я взял. Это новое оружие какое-то. Винтовка. Или автомат. Ну, что-то новое. Надеюсь, оно такое же мощное, как и предыдущее. Так, последняя контрольная точка. И точка. Так, а где пещера-то? Пещера. Два тела нету. Так. Ну ладно, нету вас, так нету. Что у меня есть? У меня есть камень. Пойдем на охоту. Так. Навыки. Чуть-чуть от снайпера осталось. Воин. Здесь у меня, ну так, уже все есть. Но все равно придется. Придется. Тихо. Не понял. А что, у меня нету? Нажато. Ну ладно. Ножа нет. Вперед. Не дать поднять тревогу. Ух ты. Кто бы там мог быть? Давай. Кто там? Все. Обыскать. Ты у меня приговоренный был. Так что нет в твоем вины здесь. Какие у тебя тут? Блин, я хотел фишки какие-нибудь с тебя. С автомата. Глушак или еще что. Блиси. Давай. Где вы? Давай. Вы-то покуда стреляете? Я-то хоть вас вижу. Обойду вас. Давай. Опа. И обошел. Да? Вы меня хоть видите? Чтоб кричать на разные лады, меня видеть надо.
А ты попался в ловушку мою. Вот так. Ой, меня убили. Ладно. Ничего страшного. Точно, у меня же была винтовка. А я и не воспользовался. На. Вот так. Все-таки какой-то нож есть. Давай. Сейчас этих двух пристрелю. Подожди. Первоначально где-то... Держите. Где тут? Нет, не этот домик. Ладно. Опаньки. А, нет, я уже все. Так. Где камушек? Ушла. На. Это лишний бонус, так скажем. Есть. Давайте. Да. Тревогу уже поднял. Давайте. Я не буду скрываться. И вы не скрывайтесь. Ой. Там еще кто-то есть. Кого-то можно убить. Вот, вот что у меня есть. Ага, попался, но... Так. А это что? Вот и все. Давайте. Что вы там говорите? Я, конечно, ни хрена не понимаю. Но кто-то где-то стреляет. Надеюсь, это по мне. Так. Еще коронованного этого пристрелим. Давай. Взгляни в глаза мои суровые. Эх. Есть. Не успел. И только. Давай. Отбегаем. Получен очков навыка спецназа. О, специализация воин. Это вот то, что нам надо. Давайте. Ну, господи, я за тобой, ты от меня. Контакт. Конечно, контакт. Вот так. Еще в доме один. Ну-ка. Ты это? Нет, это лампа. Я думал, это ты. Так. Господи, хоть бы какие-нибудь примочки мне давали бы. С вас же ни хрена не собрать. Беднота. Обыскать. Где-то. Вот здесь. Нет. Запчасти. Механические детали обыскать. Вот там и стой. Не привлекай внимания. Не отсвечивай. Давай. Проникнуть. Ну? Чё, никого? Да, в смысле, вот этот большой-большой... Крюк делал напрасно. Вы меня разочаровываете, граждане. Вы несознательные.
Так. Лезем. Кто у нас здесь? Вот кого-то мы убили. Абдурахмана. Все. Спокойненько смотрим. Разыскиваем всякую штуку. Что она здесь может привлечь? Ой. Кто-то пришел? Катана. Они внизу по ходу дела. В подвале падла сидят. Да. Блин. Ихние шаги я слышу. Так. Найдена новая подсказка. Какая? Какая? Вон там, внизу все-таки. И эти козлятины все-таки внизу сидят. Блин. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так. По-тихому здесь. Сначала нам надо зачистить перед тем, как к трупаку идти. Так, какие навыки у нас развиты? Господи, ты здесь один был, козлина. Так, что мы имеем? Улики, давайте посмотрим. На труп теперь. Убедимся, что этот труп действительно труп. Повредите беспилотник. Тут ничего. Блин. На тебя только глушитель тратить. Тут у нас. Ну тоже вроде ничего. Хотя. Найдите улики. Нахрена я спрятался? Выйди, выйди, выйди. У нас задача другая. Ладно. Ну вот это может еще компьютер. О, взломать. Первая улика, вторая улика. Нет. Ну вот это, наверное, третья улика. Задача выполнена. Все, уходим. Так что... Дверки открываются. Вот так вот. Это что? Представляет интерес какой-то наш бонус. Что у нас тут еще есть? Так. Значит, повыше, наверное. Представляет интерес ваш технический прогресс. Как у вас там сеют брюку? С кожурой или без? Ладно, свалим отсюда. Где у нас там лесенка? Посмотрим, что мы за навык можем открыть. Надеюсь, хороший. Воин.
8 очков. 5 очков. Еще воевать и воевать. Так. Добраться до церкви. Ой, я помню, вот здесь вот были люди, которые нам не нужны. Не нужны. Вот он. Давай. Вот так. Сейчас этот вот. Нет. Вот так. Какие-то нунчаки у него, что ли, там. Господи. Что ж вы за... Олухи-то такие. Так, сейчас нам под снайпера бы не попасть. Если, конечно, он еще... У нас, я помню, где-то он должен быть. Который стрелять в нас. Готов. Так, вот тут есть люди. Опаньки. А потушеньки. Господи, всего 3 человека. Через парадный вход зайти. Ну не должно быть, чтоб. Так по бокам еще, значит. Давай. По бокам должны же быть люди. Допустим, как вот здесь. Вон там. Что это за маленькая церквушка? Что мы здесь можем найти? Ты просто так здесь стоишь? Вот просто так. И сверху-то все так прилично, господи. Понятно с вами все. Что-то вы какой-то... Да. Вот так. Говорю же, не могло быть так. Господи, вы еще и по мне не попали даже. Я так понимаю, раз у меня или броник у меня подкромсали. Давайте посмотрим. Кто чего здесь? Так, мне последнее тело надо посмотреть. Обыскать. Так, с двух сторон. Опаньки. Там какая-то улика есть, но если я сейчас сделаю, я потом уже не смогу прийти и глянуть. Где руки мои? Что у нас здесь в церкви предоставлено? То есть смогу, но это будет долгое путешествие. Ладно. И изучаем. There's a bullet hole in the floor. О, бронебойные прямо таки. Я вообще смогу вот так? 2 дюйма шириной. Нашел все 3 улики. Делай просчет. Так. Определить траекторию пули. Вон там. Все.
going to the church. Будем подниматься. Тут я хотел поиграть. Вот такая у нас миссия. Добраться до церкви на холме. Сейчас доедем. Это несложно мне сделать. Поедем сначала прямо, потом направо. Я не хочу отсюда. Так, на холме, на холме. У нас там бой же сейчас завяжется еще. Так что я пока что везде в выигрыше. Давай. Держи меня в курсе. Конечно. Кого еще я должен держать-то? Кроме как не тебя. В курсе. Так. Кто ж ты там? Снайперюга. Я иду за тобой. Я приду сквозь злые ночи. Я останусь за тобой. Чтобы путь мне не пророчить, я приду туда, где ты. Нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Ой! Это же для снайпера висит. Чтоб ветер определять. Маячки. Давай, я нашел. Так. Но мне сначала надо осмотреть, найти здесь улики. Так. Надо залезть. Залезем. Вперед. Джуль Барс. Изучаем. Нашел. Так. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Оттуда и знаю. Special ops, but luckily I found the trail. I'm going after them. Negative. Separatists are on their way. There's no time. I'm going. Так. А это что такое? Ветки плюща. Маскировочка, да? Иду по следу. Давай, где мины? Не можешь ты так просто идти. Мины должны быть. Вот они. А мы оставим ее. Okay. Так, вижу какой-то блик, отражение. Careful. Вот он, шлем. Roundish. Хороший шлем. А не подумал, что на кладбище идет шлем? Чудо техники. Армази. Выбирайся оттуда. Это послание. Призрак существует. Существует, конечно.
Ну, на этом все. Миссия завершена. Увидимся на следующей миссии. Подписываемся на мой канал, ставим лайки. Пока!